Исламский образовательный портал assunna.ru представляет. Есть такой хадис, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, где говорится хадж, хадж это арафа. Хадж это арафа. Что означает? Если этот хадис, где вот толкуется вот этот хадис, ад-дуа ва ибада, дуа это поклонение, там же, рядом, где толкуется этот хадис, приводится второй хадис, который я вам озвучил. Аль-хаджу арафа. То есть, когда человек обращается ко Всевышнему мольбой, некоторые это считают чем-то неправильным. А что это? А что просить, правда, что ли? Пусть человек сам зарабатывает. Нет. Вот человек, когда обращается ко Всевышнему с мольбой, в этом есть что? Это есть поклонение. Это то, что требует от нас Всевышний. Но это не означает, если кто-либо, например, любая просьба ко Всевышнему, иной раз обращена, она может оказаться и не мольбой тоже. Я пример приведу. Если человек говорит, я не признаю Аллаха Богом, но я прошу у него, пусть, если он есть, пусть он даст здоровье моему малышу. Будет ли вот эта мольба поклонением? Нет. Для того, чтобы мольба оказалось поклонением, есть условие, брат. Что? Условие, чтобы тот, кому мы обращаемся с просьбой, мы его должны признавать Богом. Если мы его не признаем Богом, то эта просьба, она не превращается в дуа. Это есть любой человек, кто изучает этот вопрос, вопросов акиды, это достаточно развернуто объясняется.